дошли до того места, теперь идем вниз. И реально тут уже понимаешь, насколько это страшно. Потому что если смотреть чисто на тропинку, еще нормально. Когда смотришь чуть-чуть дальше, ты понимаешь, какая охрененная эта высота. И как становится страшновато. Так что попец мы отработали, когда шли. Смотри, вдалеке вон какие эти тучки. Вперед, иди. А ты что там потерялась? О, уже видите, поет. Она, Вера, отошли буквально 5 минут, она плакала. Тяжело, ну ладно, ладно. Ей даже тяжело было фотографии сделать. Обалденно. Ты посмотри вниз, ё-моё.